Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. 171 миссия, именно здесь остановились мы. Давай посмотрим, кто против нас. Некро. Так, механик. Из заклинаний у него только яд 6 уровня. По сравнению с моим, конечно, это имба. Так, ну у нас есть отхил. Стрелок, я не знаю, мне кажется, его будут травить здесь жестко. И вот некро бесит. Почему бесит? Это тот же самый Амур-дедок из «Поймай курицу, если сможешь», переманивает на свою сторону наших юнитов. Поэтому его надо как-то быстренько чикать. И, возможно, это будет через яд. Все сделано. Так. Наверное, так. Сейчас посмотрим, определимся. Что-то подтормаживания какие-то. Не к добру, кстати. Ну, попробуем. Блин. То есть, если я сейчас налево, блин, я лопухнулся, ребят. Я тут лопухнулся. Если, конечно, деда вызвать. Ой, деда. Попробуем, успею я вызвать его. Я-то его успел вызвать. Давай так сделаем. Он же сейчас яд, наверное, бросит. Ну прикрывай ты, господи. Прикрыл, молодец, красавчик. А вот, ребята, и некро вышел, про которого я тебе говорил, что он будет чудить. Давай-ка так, наверное, сделаем с тобой. Окей. Двигаемся, двигаемся потихонечку. Потихонечку мы их прижимаем. Так, начинаем уже бочку бомбить. У него яд есть. Он еще вроде бы его как не использовал. И не использует больше никогда. Потому что мы его победили. Так, 42 монетки. Это понятно, опыт. Дальше паук. Ну, 30 карточек, ничего себе. И дали нам рама. Так, умножать не будем. Сразу переходим на следующий поединок. Это 172-й. Команда быстрых. Так я ее называю обычно. Команда быстрых. Плюс у него вот это вот есть. Они мне быстренько снесут, скорее всего, моего алхимика. Если я вызову грома, он 100% будет применять яд, мне так кажется. Кто это? Шама. 12 уровень. Офигеть, я 10-го, а он уже 12 уровня против меня отправляет. Так, сделаем вот такой вот прикольчик. Так, теперь мне нужно, ребят, дождаться кого? Грома. Будет травить, наверное, безбожно его. Мне так лично кажется. Так, нам нужно теперь вот эту хламонку как-то уничтожить. Да желательно бы побыстрее. Да как ты ее, блин, побыстрее это уничтожишь? Ну вот как? Вот, смотри, что творит. Ну, гром. Ты мою налево, даже не сбросил ничего. Так, ну он потратил яд. Значит, я могу спокойненько призывать, что, стрелка? Просто приспокойненько. Упс, упс. Да что об тебя, блин. Взял стрелка, мне завалил, а? Отлично, всех там траванули. Ну что, опять вызываем грома. Ну, пытаемся, по крайней мере. Гром вышел. Так. Яд. Блин, яд у меня. Яд у меня фиг знает, когда откатится. Смотри, смотри, смотри. Опять он все за свое, а. Ну что? Блин, по старой схеме хотел сказать. А по старой схеме не сработает у нас. По-моему, меня тут продавит сейчас.
Да, друзья. Не выходит. Да чтоб тебя, их тут дофигища уже вылезло. Мне даже стрелок здесь не поможет. Нет, давит. Просто раздавил меня своей вот этой вот напором. Значит, мы сделаем с тобой немножко по-другому. Мне одной карты маловато будет. И возьмем мы с тобой не хил здесь, а молнию. Теперь давай проверим, кто, как говорится, кого. Я взял молнии, все. Сейчас ему тут будет крышка. Что-то я опять не то я сделал. Блин, поспешил опять в очередной раз. Ну давай ты выходи. Так, что у нас против этого пойдет? Трындец, у меня ни яда, ничего нету, а он уже эту хламонку позвал. Но ведь это же плохо. Ну ё-моё, понятно все, короче. Яд еще свой активировал. Опять я все слишком рано сделал. Слишком рано или слишком поздно? Нет, слишком рано, конечно же, ребят. Пускай там что хочет, то и делает. Допустим. Окей. Блин, гром еще у меня отравлен. Вот в чем беда. Ага, вот она вышла. Кикимора болотная. Да-да, именно ее и нужно было мне уничтожить. Теперь, соответственно, вызываем стрелка. Оу, щит. Ты глянь-ка, что он сотворил. Вот тебе и проблемус. Опять, что ли, будет продавливать, а? Так получается. Получается так, друзья. Чего ж ты никого не выставляешь-то? Яд же все-таки. Ага, ага. Блин, ребята, кикимора это вышло, блин. Мне нужно что? Молния. Ёк-макарёк, а. Нет, тут меня подловили. Не получается. Друзья, хорошо, короче, я буду действовать тогда по-другому. Раз моя команда здесь не рулит. Совсем не рулит. Убираем с тобой стрелка. Так, мы сейчас, наверное, сделаем немножко по-другому. А вот, в принципе, неплохая команда. Или даже вот. Только мясника надо убрать. Он нам здесь вообще не понадобится. Вот это уберем. Возьмем шамана. Он любитель там яд, да? Поливать, насколько я помню. Возьмем так. Молния есть. И возьмем яд. Кстати, нам же можно взять пиратку. Про нее-то я совсем забыл, господи. Пиратка же, действительно. Против этих мелких хлыщей самое то, что нужно. Поехали. Ускоренная атака у нее, да? Ну, ты, в общем, сам все знаешь. Так, здесь пойдет гром первым. Так, теперь Сарашип. Единственное, что, конечно, отравление. Ну, да ничего страшного. Давай. Опа, нормуль. Сарашип сейчас тут устроит им карнавальную ночь. Смотри, видишь, как она бомбашит. Нимали... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот сделаем. Вот и все. Вот и нету больше шамы. Надо было сразу так сделать и не парить мозги, да? Гром.
Ванна Мстительный. Ну что, переходим с тобой на 173-ю миссию. Подожди, это точно у нас компания? Компания. Ты посмотри, что они тут устроили против меня. Ага. Еще сказали, фигушки, парень, ты получишь тут замены. Четко. И что мне тогда делать? У него пламя есть. Одни легендарные карты, да прикинь, все леги. Я не знаю. Наверное, в первую очередь надо будем вызывать стрелка. Сейчас пламя применим, да? Плюс делаем яд. Бумс, ну допустим. Так, мне нужна молния. Молния нужна, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, выпускаем грома. Трешово как-то все получается. Сейчас, блин, плевать будет. И мой гром, как дурачок. На. Так, ну этого великана сейчас, наверное, бомбанем. Циклопа. Все. Легендарки, естественно, стоят очень дорого. Именно по энергии. Поэтому пока он одну вызывает и копит на следующую, мы его в этот момент и распетрушили. Охотница. Так, умножаем бабло. 174-я миссия. Вы издеваетесь сейчас, что ли? Я не могу понять. Опять та же самая команда. Один в один. Опять этот Майк. Ну что же. С одной стороны, мне даже так и выгоднее. Проще будет проходить. Так, готов. Выпускаем танка. Опа, 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 опачки. Молния, 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 срочно. Зря использовал, да? Вот здесь надо было бы молнию-то использовать. На, псина, получи. Копит. Так, это плохо. Нужен танк. Быстрее беги. Пока он все равно попадает, да? Так, этого отравили. Великаша циклоп тоже отравленный. Бочка полетела в него. Стрелок расстреливает. Бумс. Ну, в общем, тут уже и так все всем ясно. Давайте мне следующего Майка тоже, чтобы я так же быстренько и легко прошел. 42 монеты, 20 опыта плюс гром, дикарка, квек и фея. Кстати, я фею зачем-то прокачал. Мне захотелось, ребята, и я ее прокачал. Теперь она вот так вот у меня выглядит. 175-я миссия. Оу, ребят, ну это халява. Короче... Игра баганула или еще что-то в этом роде. В общем, одних и тех же мне выдает. То есть мы с тобой просто сейчас будем по одной схеме работать. И все. По одной схеме. Естественно, стрелок. После стрелка можно вызывать танка. После танка яд. Ну и так далее и тому подобное. Вот сейчас выпускаем яд. Это там травится потихоньку, как ты видишь. Опять выпускаем танка. Стрелок мой подбивает. Но он же должен подбить. Есть. Немножко, правда, не так как-то идет все. Как обычно. Так, траванули. Подбили. Да все, ему тут уже шансов нету. Оу, смотри, успел этого вызвать. Хмыреныша. Вот и опять Майк отдуплился. Обычный сундучок дали. 50 монет. Так, 20 опыта. Здесь у нас скорпиончик, 6 карточек. Паук. Металлолом. Так, Грута. Паровой человек. Ярость. Вот это уже хорошо.
Ёпарасы ты, ведьмовский доктор. Слушайте, а почему мне такая награда шикарная выпала? А, здесь же сундук развелся. Слушай-ка, смотри, у него команда на скорость. Плюс у него три заклинания. Яд, заморозка и ярость. Очень интересно. Подожди к секунду. У нас вот эта вот команда, по-моему, да? Рулит здесь. Давай проверим. Пиратку. Ну, он пиратку, конечно, будет здесь замораживать 100%. Или отравлять ядом. Что-то из этого выйдет. Так, он не угомонится, да? Сделаем с тобой вот так вот. На опережение. Опа. Сара шип, да, не даст себя, как говорится, в беду. Смотри, что она делает. Опа. Заморозочку врубил. Испугался второй Сара шип, которая там была. Все. Давай, отдыхай. Да ведь классно. Так, 41 монета. Так, это понятно, 20 опыта некро. Прокачиваем. Так, мясник отдыхает. Квек отдыхает. И черная борода отдыхает. Кстати, я и черную борду прокачал. Насколько смог. Давай, подожди, нет. Дай мне, пожалуйста, посмотреть на мои карты. Вот, подожди. Вот черная борода у меня 16 уровня. Морган 17 уровня. Фея до 10 прокачана. Так, паровой человек, это я недавно получил его. Это у нас танк. Ну, такой танк. Плюс 50% дополнительной скорости атаки, пока здоровье ниже 50%. То есть 50% здоровья у него становится, он начинает быстрее шевелиться, так скажем. Так, это у нас заморозка, ну это понятно, 35 секунд откат. А вот сколько он дает ярости, не написано. Все дружественные герои будут атаковать на 50% быстрее. Вот что меня интересует. Шанс воскресить группу героев. Ну согласитесь, это же круто. Здоровье 1000, то есть он не такой уж и слабенький. Восстанавливает 30% хп перед смертью. Прикинь. Иногда мгновенно побеждает героев, у которых здоровье ниже 30%. Слушай, ну вот это вот имба. Мне кажется, этого шамана нужно взять. Вот сюда. Ну что, 177-я миссия у нас. Что-то, по-моему, мы уже это с тобой видели, да? Только что. Только что это была командочка у нас такая. Ладно, Сара Шип, естественно, делает свои дела. Ее никто не отменял. Плюс яд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то пошло не так, ребят. Что-то пошло не так. Он там еще ярость активировал под конец. Подожди, где-то я немножко оплошал. Что я не так сделал? Опа, открываем сундук. Так, монетки, дикарка, моряк Морган, черная борода, металлолом, портал, новая карта и солдат Сэм. А разве портал это новая карта? Что-то я сомневаюсь. Подожди-ка, что-то я здесь не то сделал. Вызвать Сару и шамана? А, пиратку же, тьфу ты, ну конечно же, пиратку же вызывать надо, ё-моё, они кого-то там. Вот и все, дальше идет Сара Шип и все по стандарту. Плюс яд. Пускай он там своих олухов призывает. Это ему уже не поможет. О, какой ты парень медлительный. Я-то думал, что ты... Что ты в разы быстрее будешь двигаться. Смотри, еле-еле идет. Яд, ты прикинь, что он сделал. Вот же чара, а. Что-то шаман наш, по-моему, не шиша. Опа. Ты понял? Ты понял, как он воскрешает? Просто пришел, взмах сделал своей дубинкой, и все, ребята. И у меня пиратка воскресла, и... Эз.
20 опыта. Так, наездник на медведи плюс паук. Это фигня. Травница — это фигня. И двойной кинжал — это тоже фигня. 178 миссия. Быстро мы с тобой двигаемся. Так, у него... Какого... Ты посмотри. Пиратка 10 уровня. Ты можешь себе представить? Ё-моё. И что мне здесь тогда делать, друзья? Офигеть, пиратка 10 уровня. Да, можно поменять? Нет, поменять нельзя. Да это трэш просто. Сейчас увидишь, что это будет. Смотри, смотри. Если мы, конечно, бросим сейчас бочку, это будет хорошо. Бочку-то мы бросили, ну, в принципе. Стрелок мне нужен. Или кто? Кто мне там нужен-то? Оу, щит, как она. А молния по-прежнему бомбит все-таки всех, да? Да блин. Он пламя врубил. М-м. Ну брось ты бочку свою. Ёк-макарёк, ни яда нету, ничего. Упс. Давай-ка так сделаем. Пиратка-то там дуплится хоть? А вот фигушки там она дуплится. Сейчас просто по герою бомбанет и все, и он труп. Короче, надо пиратку контрить. Вопрос, как, чем? Чем контрить? Яд молнии, это все хорошо. Стрелком я практически не воспользовался, я даже не успел. Эта команда бесполезняк, мне кажется. Может быть, вот эту взять? Вот эту взять, да? Тут у нас что получается? Ракетчик. Ракетчик, интересно, сразу сможет уничтожить пиратку или же нет? Вот какой меня вопрос интересует. Мы, кстати, можем с тобой проверить. Да сдохнет уже, а? Да ёпарасоте, ну... Продолжить, конечно, то, что будешь делать. Вот. 10 уровня, ну это, конечно, вообще, ребят. Эпик карта 10 уровня. В первый раз вижу. В общем, сейчас попробуем ракетчика. Я хочу посмотреть, убьет он сразу пиратку или же нет. Не, ну тут-то понятно, тут он ее убьет. Понятное дело, ребят. Так, здесь мы с тобой грома вызываем, да? Да брось ты уже свою фиговину. Блин, все равно пиратка выживает. Отравляем, конечно, ее, но она выживает. Что-то надо посерьезнее. Стрелок, стрелок. Если успеть вызвать стрелка... У него есть пламя. У него есть пламя. Вот эта вот хабалка меня нервирует. Издалека бомбит, плюс еще возможность отхила делает. Давай вот так вот попробуем. Да, молния ее подбивает, тут не поспоришь. Ну, блин, проблема-то в другом немножко здесь. Ну, брось ты. Фу ты. Ну, да звон, блин, а не гром. Говорю, блин, брось свою эту...
бочку стоит, сопли жует, придурок. Короче, не яд надо применять, а молнии. Вот так вот. В плане. Ну да. Теперь выпускаем яд. Не знаю, не знаю, не знаю, ребят. Блин, так у него еще и лучница там. Что-то он меня запарил, а? Просто запарил. Может быть, ярость нам с тобой сделать? Взять, я имею в виду, ярость вместо молнии. Или вот эту команду попробовать. Блин, ну тут фигня получается, ребят. Хотя, подожди, у него уже мелкие бегут. У него уже бегут мелкие, да? Шамана, может быть, попробовать позвать. Шаман, ну давай попробуем. Как это будет выглядеть? Ну, да ё-моё, шаман слабый. Он не может уничтожить эту пиратку 10 уровня. С выстрела причем. Да, подожди, давай менять тогда. Давай тогда мы с тобой попробуем поменять. Может быть, нам взять некро? Опачки. Во время первой атаки переманит ближайшего врага на свою сторону. Навсегда. Я надеюсь, что он будет срабатывать на 10 уровне. Навсегда. Во время первой атаки. Возьмем с тобой пламя. Или даже ярость. Ярость, наверное, я возьму лучше. Ну и... Давай попробуем вот так вот. Мне кажется, конечно, шансов тут маловато будет. Во время первой атаки переманивает на свою сторону. Сейчас мы посмотрим, как этот некро будет переманивать. Так, давай сюда вот так вот сделаем. Но. Ай, блин, смешно. Во время первой атаки будет переманивать на свою сторону. Угу. Иди расскажи это дяде Пете. Будет он переманивать. Так, значит, молнии, да? Молнии там выпускает охламон. У меня главная здесь проблема — это передамажить пиратку. Просто передамажить ее. Пока не могу понять, как сделать это. Это как-то можно, но вот как, я пока не знаю, ребят. Здесь она меня контрит по полной программе, как ты видишь. Но здесь мы можем сделать вот так, к примеру, да? Дальше вызываем. Да что ж ты такое? Ну что ты будешь делать? Ну не могу, ребят. Не могу ее задамажить. Плюс еще эта лучница там бежит следом. Лучница бежит следом. Если бы у меня был бы какой-нибудь, знаешь, как тебе объяснить-то? Танк. А что если мы с тобой возьмем Моргана, например, да? Вот сюда. Я не думаю, что пиратка его так быстро вынесет. Хотя она может. Ах, ломанка-то это несчастная. И взять вот так, хил.
и взять, например, шамана. Набрал что-то непонятно чего. Короче, вызываем с тобой Моргана. Пускай он там пока идет потихонечку, да, следом. Не знаю, что следом, что мы следом с тобой делаем. Молнию следом воткнем. Почему бы и нет? Моргана хиляем. Ну, друзья мои, я умываю руки. Если уже и Морганы, извини меня, выносит она с двух хлопков, то что вообще тогда может здесь помочь нам? Танк, Морган танк, он серьезный чувак. Ну сколько у него сейчас хп, если мы сравним? Кстати, можно вот эту позвать дуру. Попробовать через нее поиграть. Вот смотри, сколько у Моргана... Где она там? ХП. 3300, да? Сколько у наших у этих танков? Давай посмотрим. 3308. А у тебя? 2300. Ну, то есть, ну, ребята, она с двух хлопков выносит. Я не знаю, как будет шаман здесь разруливать. Ну, давай вместо шамана возьмем пламя. Если, к примеру, мы ее гасим пламенем, там идет потом мелкий, да, хмыри. Мелкого хмыря мы можем с тобой законтрить через пиратку. Но там идет хилка потом, выходит. То есть, блин, какая-то, блин... Ладно, сейчас попробуем. Вызовем пиратку. Вот он, ребят, опять вызывает. Видишь, пиратка идет. А у меня больше ничего нету, да? Кроме грома. Ничего нету, кроме грома. Да куда ты не туда, блин, пошел? Нафиг ты мне сюда сдался-то? Вот иди сюда. Хил, зачем мне теперь, вот я думаю, спрашивается, хил, нафига я его взял? Хил здесь вообще, мне кажется, не нужен. Ну вот, спартанец пошел, да? Теперь нам желательно бы грома, наверное, вызвать. Ну опять же гром, ребят, ну... Тьфу. Все в разнобойку пошло. Видишь, он пламенем бомбанул. Да как тебе... Твареныш, как контрить-то, а? Хил мне здесь не нужен. Вот я сейчас вот сижу, думаю, хил мне здесь вообще не нужен. Не пригодится. Значит, хил мы меняем с тобой. Меняем на что? Непонятно. На стрелка, да? Ну, стрелка надо еще успеть поставить. Он стоит-то недешево. Спартакус. Есть от него здесь толк? От этого Спартакуса? Тоже непонятно. Где у меня стрелок-то? Я что-то не... Вот он. И все надо это быстро сделать. Все это надо быстро. Так, пиратку валим. А 4 энергии стоит, да? Ну и что, пиратку валим. Накрыли. Что дальше? Дальше... Фиг знает. Дальше так, наверное. Теперь что? Допустим. Мне нужен гром, ребята. Да! Пипец, блядь, вонючий, долбанный гром, блин. Стоит хрен знает сколько, блин. Хорошо, что вместо грома тогда мы ставим? Молнии, молнии, что ли, вместо грома тогда ставим? Я не знаю, что мы ставим с тобой вместо грома, блин. Тут все понятно. Первую фазу я, так сказать, обуздал. Давай, наверное, так сделаем пиратку. Потом вызываем танка. Она бежит быстрее, чем, блин. Ну, допустим.
Теперь мне нужен стрелок. Просто ушатывает, блин. Зашибись. Дождался пламени и просто звездному пламени. Вот и все. Так, блин, замечательно все получалось, а? Гром очень медленный. Гром, друзья мои, очень медленный. Ну что, вызываем, наверное, этого нашего, да? Следом за ним пиратку. Или как? Ну да, следом пиратку. В плане, блин, что опять не так-то? Ну вот, опять 25, а? Ага. Мне даже прикрыться неким. Давай попробуем так. Помогает? Ну, бросьте свою бочку. Он сейчас опять вызовет, да, эту крокозябу. Пиратка, давай, 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 давай. Блин, траванул все-таки ее, а? Ну. И даже выставить некого, прикинь. Вот гром есть только. Давай, 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 влупляй. Влупляй, только не отдуплись. Раньше есть. Твою дивизию, ребят, ну это трэш. Это какой-то трэш. Так, 50 гемов получили. Так, выжигатель, моряк Морган, травница и квага железный кулак. Умножать пока ничего не будем. 37 монет этого мало. Слушай, по-моему, команда не меняется вообще нисколечко. Просто не меняется. Ну, с этой командой мне тяжело играть. По стандарту, значит, так, что там у нас идет? Первое пламя. Дальше что мы с тобой делаем? Вот так. Пока что я запомнил. Дальше выпускаем скорпиона. За ним вызываем пиратку. Это я точно помню. Потом что нам надо? Потом, по-моему, гром идет. Потом гром. Потом вызываем скорпиона. Мы отравленные, блин, как всегда. У нас поджарили. На этот раз всех уничтожил. Влобешник. Так. Скорпион. Пинс, не туда, немножко не того. Пламя, что ли, применить? Все достанет тогда уже. Окей. Давай скорб еще вызывать. Отравление, да, убил ее. Так, пиратку. Этого издалека. Гром.
Ну, все, все, прижучили. Старая дедовская тактика, блин. Так, 43 монеты, опыт. Дальше у нас Скорпион и Барнбласт. Ну, а вот 180-я миссия. И опять то же самое. Ладно. Я же вроде бы приноровился. Как тут надо бомбить? Тут по таймингу, да? Поехали. Минус. Давай, давай, давай. Окей. Так, Скорпион. Да блин, да что за задержки-то такие? А тут, ребята, вот так вот всегда. Тут любая задержечка, уже все. Ну куда ты, пиратка, бежишь-то? По-моему, не то все пошло. Да, ребят, не то. Фокус-покус орет придурок этот был. Джозик. Даун. Сколько перепуга, блин, задержка пошла. Вот скажи мне. Там доли секунды задержка, все. Начинается сразу наперекосяк все идти. Погнали. Так, дальше что у нас там? Молния. Ну, Скорпыч, блин, давай так сделаем. Пиратка, блин, подожди, может быть. Что, может быть, мы успеем с тобой вот так вот сделать? Да, блин. И пипец, блин. Жопокрыл вонючий, блин. Нет, вот начинаешь как-то по-другому делать, не получается. Надо все-таки по старой схеме бомбашить. Хотел немножко там обхитрить, но, видишь, ничего не получилось. Давай, блин. Так, Скорпион, да? Потом, по-моему, идет у нас пиратка. Так, по-моему, должно было быть. Пиратка. После идет Гром. Подожди, что-то не то. Что-то не то, ребята, по-моему. Ну, так даже лучше, по-моему, получается. Давай теперь стрелка вызовем. Да, так даже поэффективнее. Все. Джозик отдупился. Сундучок. 79 монет. Так, опыт. Это понятно все. Молния. Так, двойной кинжал и Ван Мстительный. Ну и, как я обещал, друзья, А, подожди, сундук же у нас еще здесь. Так, эти деньги надо умножить. Скорпиончик, Квек, Металлолом, Солдат Сэм и Ярость. Так, мы открыли с тобой новую главу. Ух ты, а это кто такой? Блин, совсем забыл, что их тут не посмотришь. И деньги я там тоже не смог приумножить. Нельзя было их умножать. Так, секундочку. Ярость мы можем, да, с тобой прокачать. Окей. Ярость прокачали. Ну, нифига у этого квага железного кулака. 4581 хп. Все дальнобойные атаки поражают этого героя. А, так он, я понял, он типа, ребята, если в него кто-то будет, ну, если сзади будет, например, стрелок, а этот будет впереди, естественно, будут все стрелять в него. Атаки поражают всех врагов в радиусе, то есть у него массовая атака, да, поленом этим. Это хорошо, кстати. Здесь вроде бы все, пока больше нам никто не нужен. Если, конечно, только вот этот вот. Скорость атаки быстрая, там очень быстро идет. Это до какого уровня-то его? До 10-го. На 10-м против отравленных у него идет усиленная атака. Слушай, против отравленных. Это же как раз хорошо, когда бежит этот малышок сзади. Так, звездочку получаем.
когда у нас бежит гном, не гном, а орк, вот этот вот гоблин, отравляет, да? И следом вот этот наездник. Это же круто, он сразу будет наносить офигенный урон. Как-то так. Сундучки, все это понятно. Так, нам нужно с тобой здесь заработать сундук. Ёк-макарёк, чтоб тебя. И что ты мне прикажешь тут сделать? Как мне здесь с ними справиться? Да никак, я не смогу. У него еще и молния есть. То есть он прикрылся со всех сторон. Химера плюс этот обалдуй. А у меня лишь гром. Зачем мне гром? Давай, поехали. Так, сделаем вот таким вот образом. Пускай он там на отравлении стоит. Но он жирный. О-о-о. А эту мы подобьем сразу птичку? Эту птичку ты сразу не подобьешь. А если мы стрелка... Блин, он же молнию возьмет, да? Проверим. Пока он молнию никакую не применяет. Эй! Нормуль. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, давай-ка еще одного танкульку вызовем с тобой. Мне нужен яд. И срочно. Никому, наверное, объяснять не надо, зачем мне тут яд. Окей. Ушатали. Все. Веда как будто здесь и не было. Дайте мне, пожалуйста, мой сундучок, а? Будьте так добры. Мне больше ничего от вас не надо, просто сундучок. Спасибо большое. Так, получить. Получить. Блин, мы можем с тобой вот этот сундук, прикинь, эпически открыть. Ой, наверное, шикарный был бы сундук. 1700 гемов накопи, и будет у тебя шикарный сундук. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.